стало известно, что ушел из жизни актер сериала «Убойная сила» Анатолий Сливников. В этом сериале он сыграл некого Юрия Хохлова по кличке Лысый. Российский актер Анатолий Сливников пришел в кино поздно. Зрители полюбили его за потрясающую искреннюю игру в эпизодах. Многие помнят Сливникова по роли безмолвного амбала Гены по прозвищу Крокодил в картине «Блондинка за углом». Родился Анатолий Сливников 14 февраля 1950 года в деревне Никаново, Вологодская область, в простой семье. Его мать Ефросинья Александровна работала в колхозе, отец Михаил Корсаков трудился на лесхоззаготовках в соседней деревне. Мать не успела доехать до больницы, родила сына прямо в поле. Переезжать к мужу она отказалась, поэтому маленький Толя вырос, не зная своего отца, а позже отказался носить его фамилию и стал Сливниковым, как мать. Анатолий Сливников внезапно ушел из жизни от крупозного воспаления легких. На момент смерти ему было 55 лет.